мгновение, которое ты стоишь там на пьедестале или пересекаешь финишную ленту, знаете, стоит всего. Конечно, меня тянуло на улицу. Ну, я думаю, чтобы я или сидел в тюрьме, или меня бы убили бы, или я спился бы. Я не скажу, что у меня были плохие друзья, наоборот, очень хорошие ребята, но не реализовались и в силу обстоятельств. А спорт затянул, появился интерес. Дружище, ты мужчина, ты хочешь нравиться женщине? Тебе нужно заниматься спортом. Первое время, до сих пор мама моя вспоминает, для меня было важно общение с подругами. Что нас всех объединяло, это вот любовь к спорту. Во-первых, это просто красиво. Синхронное плавание – это очень красиво. Мне кажется, это самый лучший для девочек вид спорта, потому что он очень органичен. Хореография. Девушка уже идет совсем по-другому, у нее совсем другая походка. Спорт настолько затягивает, что выбрать из этого очень тяжело. Это целый образ жизни, который, мне кажется, очень правильный. Я просто получаю обалденное удовольствие от бега. Мне так нравится. Это очень красивое зрелище. Когда я пробегаю, я чувствую себя как бы прилив сил какой-то. Там тогда хвалили, вот, африканцы там непобедимые. Я не могу сказать, в чем интерес. Для меня это интересно просто. Меня это увлекает. Просто это нравится. Это у меня смысл жизни, спорт. Живу как обычный человек, только тренируюсь. Главное все успевать. Сидеть без дела для меня это хуже некуда. Да, я люблю кататься. Ведь интересно, ведь выходишь, да, на коньках, там, прыгаешь, вращаешься. Прям вот свежестью наполняешься жизнью, прям вот чувствуешь себя живым человеком. Мне кажется, люди, которые занимаются спортом, они просто остаются молодыми всю жизнь. И главное, что настроение хорошее, состояние души. Движение – это жизнь. Но мне на батуте больше понравилось прыгать, потому что вот у меня комбинация длится 20 секунд в этой комбинации. 25 сальто и 31 поворот. Ну просто за 20 секунд кувыркните 20 раз. Вот этот адреналин, который ты летишь, да, и чувствуешь, как вот, слышишь, как вот, по ушам воздух. Вот, пусть это называется кайф, да, от полета. Когда ты научишься это запрыгивать, это кайф тоже. До боли, вот так было, до боли влюбленная в гимнастику. Когда я убегала в выходные во двор, я показывала, что я там научилась. Ребята все стояли и завидовали. Если у тебя не получается, ты сидишь допоздна и не уйдешь, пока не получится, то это характер. Это самое главное. Сейчас я могу сказать, это стоит того. Это такой кайф. Выиграла. Еще хочу. Еще надо. Главное – желание, это самое главное. Потому что я вот так по себе говорю, когда я первый раз увидел, у меня такое желание было учиться. Я прям каждый день выходил, догонял все сам, как что делается, мне никто не подсказывал. Когда высокие темы, то там адреналин прям обеспечен. Пролетает 4 метра в воздухе, и потом 7 метров просто по асфальту такой скольжение. У меня друг, знакомый, если он занимается бальными танцами, я вообще его не понимаю.